Всем приветик, с вами Кэти Лакс. Посмотрите, какие прикольные и очень мягкие сквиши. Это одни из самых прикольных сквиши, которые я делала. Жамкать их одно удовольствие. Поддержи мой канал лайком и подпиской, мне будет очень приятно, а ты не пропустишь новое видео. Я взяла бумажные платочки, также подойдут салфетки или туалетная бумага. Карандашиком делаю набросок будущего сквиши. Я решила сделать вот такое вот пухлое облачко. Кстати, на карандашик надо нажимать очень аккуратно, чтобы не порвать саму салфетку. Добавляю саму мордашку и, конечно же, розовые щечки. Также светло-голубым цветом я решила добавить тень по контуру. Кстати, можно обойтись и без этого. Второй сквиш будет в виде головы котенка. Карандашиком делаю набросок и разукрашиваю маркером. Кстати, котика можно оставить просто белым или сделать другой понравившийся окрас. Черным маркером прорисовываю мордашку. Захотелось сделать вот такие вот необычные глазки. Мне кажется, они смотрятся очень нежно. С помощью скотча ламинирую заготовки будущих сквишей. Я делаю два сквиша одновременно, поэтому таким же образом сразу ламинирую и облачко. Складываю салфетку пополам так, чтобы скотч был с двух сторон, и вырезаю по контуру. Чтобы две половинки не разъехались, скрепляю заготовку специальным зажимом. Проклеиваю скотчем, делаю на нем надрезы, чтобы было удобнее загибать, и скрепляю две половинки. То же самое делаю и с этим милым облачком. В нижней части находится прищепка, там и будет специальный кармашек для того, чтобы наполнить сквиш. Для наполнения я использую синтепон. Также отлично подойдет бумага, вата или целлофановый пакет. Заклеиваю кармашек скотчем и первый сквишек готов. Все то же самое проделываю со вторым сквишем. А вот такие вот прикольные и очень мягкие сквиши. Жамкать их одно удовольствие. Понравилось видео? Жми лайк. Всем пока-пока!